каких-то просто популярных. И при чем это тут моя тупость? Хей, что делаешь? Пытаюсь приготовить яичницу. А что? Нет. Спасибо все, что пришли. Вы все очень дороги для нас. Оу, и даже мы? Да-да, и даже вы. Давайте этот вечер пройдет. Ура! Да, я тоже это помню. Было вообще угарно. Как же это? Мальчик, слушай, дай-ка ее сюда. Да, ну какая разница, это ж видеокассета. Ее же даже смотреть сейчас не на чем. Как это не на чем? Мы Оливии подарок подарили. Не трогай малого, а то мне не заплатят. Ой, ну подумаешь, один денек трезвая походишь. Чего ты сказала? Иди сюда! Пошла. Отдай, лохушка! Ах ты, чмо мелкое!
99 seconds. Detention for you. Ну всё, тварь! You should know, I am going ready, here I come. Ну вот и началась основная программа мероприятия. Всё продумано до мелочей. Остановочные бои прекрасны. Detention for you. Your parents will hear about this one. Пошёл, твою мать! Наконец-то я узнаю правду. I see you. Friend. I am one. No one will restore faculty. The only rooms in the hall. 99 seconds. Detention for you. Your parents will hear about this one. No bullying in the hall. You're running in the hall. Всем привет! То, что сейчас произойдет, это будет полная жесть. Да, Оливия? 99 seconds. Давай насчет Detention три. For you. Раз, два, три. Что? Что произошло? Какого? Что это? Your parents will hear about this one. Now running in the hall. 99 seconds. No escaping detention in the hall. Вот это переездик вышел, как я и говорила. Кстати, а ты подписан на канал? Чё за фигня? Как проснешься, возьми в холодильнике что-то поесть, убрать одежду. Seconds. Дело detention на минуту. For you. Your parents will hear about this one. Пропылесосить в комнате. Ну окей. Так, возьму пылесосик, положу посредине комнаты. Это будет выглядеть так, как будто бы я пропылесосил и забыл убрать пылесос. Ну все, все дела сделаны, теперь можно отдохнуть. Муреха, котик мой хороший, как же я тебя люблю. Держи, это тебе. Мне? Спасибо. А это Мурчику. Сестра, ничего себе ты добрая. Я просто поняла, что нужно делать добро и решила начать прямо сегодня. Брат, я должна донести тебе и твоим подписчикам очень важную информацию. Какую? В общем, есть такой сайт 29.ru. Заведу карту, перейти на него и самое... поделиться этой ссылкой со своими друзьями. Потому что есть один очень хороший человек, предприниматель Дмитрий Давыдов, который поделился 20 идеями по улучшению нашей страны. Ведь все знают, что наша страна очень большая, и у нее огромное количество ресурсов и огромное количество умных людей. Но, к сожалению, мы пока еще не достигли уровня таких высокотехнологичных и развивающихся стран, как, например, Сингапур или Эмираты. Поэтому давайте будем к этому стремиться, будем отправлять. Государство должно знать, что у нас есть такие крутые идеи. Возможно, оно к ним прислушается. Да, сестра. Ты права, нас должны услышать. Ребята, переходите по ссылочке в описании и обязательно делитесь ей со всеми своими друзьями и знакомыми. Надеюсь, эти идеи будут замечены государством. Спасибо, брат. Тебе спасибо, что рассказала. Пойдем пить чай. Пойдем. Привет, ребята. Я оказался в странной ситуации. Посмотрите, где я. Я в какой-то комнате. Очнулся на вот этой вот кровати. На окне решетка. Паша, что это ты за компьютером сидишь? Ты что, уже все дела по списку выполнил? Начинается. Что ты сказал? Ничего. Говорю, что давно уже все сделал, а теперь отдыхаю. Ну ладно, я проверю. А что, пылесос убрать на место силы не хватило? Да я устал от домашних дел, сейчас уберу. Ну да, я вижу, как ты спешишь его убрать. Все, сестра, не задалбывай меня. Ай-яй-яй! Сестра, а чего ты решила на полу посидеть? Очень смешно! А за что это я зацепилась? Откуда это тут? Так вот, значит, как ты вещи поубирал. Даже не знаю, как эти вещи туда попали. Зато я знаю. Пропылесосил ты так же? Конечно, нет. Я тебе не верю.
пока пропылесосишь заново, а я пойду обед приготовлю. Ну вот. Когда сестра ушла, я включил пылесос и стал делать вид, что пылесошу второй раз. Так, пока пылесос пылесосит второй раз, сыграю каточку в КС. Брат! Брат! Ты офигел? Ты что творишь? Ну отвлекся немножко, я же пылесосил. Почему вся посуда, которую нужно было перемыть, оказалась в мусорке? Понятия не имею. Может, ты сама ее туда выбросила? Паша, что ты дуру из меня делаешь? А зачем делать то, что уже сделано? Паша, ты нарываешься на неприятности. Да ладно, ладно, успокойся, я же пошутил. Брат, а как ты объяснишь то, что Мурчик уже холодильник сам научился открывать? Ты что, не покормил кота? Да он сам есть не хотел, спит весь день. Ну да, так я тебе и поверила. И вообще, ты же говорила, что нужно быть самостоятельным, вот я и учил этому кота. Сестра, ну нормально же общались, чего ты начинаешь? Detention for you. Паша, ты тоже чувствуешь этот запах? Ага, как будто что-то горит. Блин, у меня же обед на плите! На этот раз мне повезло. Спустя полчаса я проголодался и пришлось идти на кухню. Надеюсь, не весь обед сгорел. Сестра, а что у нас сегодня на обед? А ты иди виртуальную еду ешь, раз ты уже живешь в интернете. Да не живу я в интернете, вот сейчас же я в нем не сижу. Что ты тогда в телефоне делаешь? Ну, на комменты отвечаю. Паша, ты со своим интернетом уже совсем забыл о реальной жизни. Вот как ты будешь жить без интернета? А зачем жить без него? Он же всегда есть. Ну, конечно, есть, потому что я его каждый месяц оплачиваю. А если света не будет и роутер перестанет работать, вот что ты тогда будешь делать? Да найду я чем заниматься. Есть куча интересных дел. Например... ну, в общем, я что-то придумаю. У тебя уже зависимость от интернета. Ой, да нет у меня никакой зависимости. Вот увидишь, если интернет отключится, я спокойно проживу и без него. Хм, ну, посмотрим. Надеюсь, интернет никогда не отключится. Сестра отказалась меня кормить, и я на нее обиделся. Хорошо, что у меня за компом припрятана еда на черный день. Detention for you. Блин, что за фигня? Это сестра накаркала, из-за нее интернет пропал. О, всемогущий Ктулуху, о боги компьютерных игр, сделайте так, чтобы интернет включился, а я обещаю делать уроки, мыть посуду и убирать в квартире. Пожалуйста. О, все, уже не надо, он сам включился. В смысле не надо? Ты же дал обещание. Сестра, ну не тебе же. Пусть компьютерные боги меня покарают. Даже не сомневайся, тебя обязательно накажут. Ты еще об этом пожалеешь. Ой-ой-ой, испугался. Ты еще пожалеешь. Я шпилил в КС и наслаждался жизнью. Но вдруг пропал интернет, и я проиграл. Блин, я был так близок к победе. Что с этим интернетом везде? Ну все подключено нормально. Странно. Ладно, раз комп не работает, зайду в инет с телефона, посмотрю видосы на ютубе. Да что, блин? И что мне теперь делать без интернета? Паша, слушай, а у тебя интернет есть? А то у меня на телефоне почему-то отключился. У меня тоже пропал. Я вспомнила, сегодня же в новостях говорили, что сгорела какая-то вышка. И будут отключать интернет по всему городу. И надолго его отключили? Даже не знаю, ну как получится. Что получится? Ну, вышку сделать. И что теперь делать? Ты же говорил, что и без интернета найдешь чем заняться. Сестра, а если это компьютерные боги меня наказали? Паша, ну хватит чушь выдумывать. Я тогда пошутила, а это просто случайность. Тем более наказали не только тебя, а еще и бог города. Ну ладно, ты права. Если без интернета, значит дело не во мне. Так что ты будешь делать? Ну, я что-то придумаю. Вот увидишь, скучно не будет. Идти на улицу было облом, там было жарко, поэтому я придумывал, чем можно было занять себя дома. 20 минут я гладил Мурчика, полчаса играл с Пупытом, 40 минут смотрел какой-то странный фильм по телеку, и еще 15 минут я растягивал своего миньона за руки. Не такое уж и скучное занятие, скажу я вам, если нет интернета. Ну что, Паша, весело проводишь время? Никак, мне было весело, пока ты не пришла.
Ну да, я так сразу и поняла, что у тебя тут безудержное веселье. Ой, можно подумать, ты сильно веселишься. А у меня есть парочка классных идей, но расскажу я тебе их, если ты мне поможешь сделать домашние дела. Опять? Ну начинается. А вдруг, когда мы закончим уборку, интернет появится? Ну ладно, так и быть, помогу тебе. Придется отвлечься от своих интересных дел. Тогда начнем с уборки ковра. Я пропылесосил ковер, помыл полы, помыл посуду. Паша, ты тщательнее мой, тебе же самому потом из этих тарелок есть. Сестра, а ты не хочешь мне помочь? Ну я же только маникюр сделала, мне нельзя мыть посуду. После долгой уборки я закинул вещи в стирку и покормил Мурчика. Фух, как же я устал, а интернет за это все время так и не появился. Паша, как и обещала, будем веселиться. Веселиться? Сестра предложила поиграть в настольную игру, но игра оказалась с какими-то багами, и я все время проигрывал. Потом мы с сестрой собирали пазлы. Оказалось, что пазлы это не мое. Разгадывали кроссворды. С кроссвордами тоже не задалось. Detention for you. You should know better. Да, пошел ты нахер. А потом мы смотрели мелодраму, потому что по телевизору ничего другого не было. В общем, бабушка гордилась бы нами. Мы сегодня делали все, что делает она каждый день. Осталось только пирожков испечь. Паша, может давай пирожков испечем? Я позвоню бабушке и узнаю рецепт. Ну уж нет, хватит на сегодня странных развлечений. Мы же как пенсионеры. Давай тогда вернемся к домашним делам. Я вспомнил. Я же не проверил роутер. Вдруг он отключился и не раздает Wi-Fi. Да что его проверять, если у всех нет интернета? Откуда ты знаешь, что у всех? Пойду Ростику позвоню. Привет, бро. Слушай, а у тебя тоже дома нет интернета? Да нет, есть интернет. Мама попросила новый рецепт пирога посмотреть. Я вот как раз ищу, и все работает. А как же вышка, которая сгорела? Так это в другом городе. Я видел по новостям. Ну спасибо, бро. Я, кажется, начинаю догадываться, что у нас с интернетом. Паша, а ты проверь роутер. Может, он отключился. Отличная идея. Так и сделаю. Ну вот, я же говорил, все работает. Наверное, это Мурчик возле роутера ходил и задел провод. Может быть. Но главное, что я теперь снова могу зависать в инете. Паша, а как же стирка? Стиральная машина уже достирала. Нужно вещи развесить на балконе. Да-да, завтра развешу. Завтра не получится. Вещи просто плесенью покроются. Пусть тогда Мурчик развесит, раз у него хватило сил роутер отключить. Я и так весь день на глупости потратил. Что ты сказала? Да так, ничего, говорю, с подругами пойду в мессенджере попереписываюсь и ужин приготовлю. Ужин – это отлично. Сестра не поняла, что я догадался, кто выключил роутер. Но Мурчика же лапки, и вообще, он мой друг, и не подставил бы меня так. Короче, круто, что теперь есть интернет, и теперь можно играть в КС. Спустя 5 часов я всех уделывал в КС, все было круто. Только я хотел дать очередной хедшот в голову, как вдруг выключили свет. А это еще что такое? Офигеть, еще этого мне не хватало. Сестра, сестра, ты тут? Да, я тут. Что случилось? Почему у нас нет света? Почему, почему? Потому что мы за него не заплатили, вот и отключили. Капец, и как теперь я буду играть в КС и Brawl Stars? О, всемогущий, кто лупу, убогий компьютерный игр, сделайте так, чтобы свет включился. Брат, тебе это не поможет, боги тебя наказали. Теперь ты не только без интернета, а еще и без света остался. Короче говоря, день без интернета. Ребята, а пока мы с сестрой вызываем пиковую даму. Ростик, мы уже все обыскали, но ее нигде не... Скорее... Опа, ребята, вы что тут в полицейских играете? Да. Паша, может полицейский нам поможет?
When will you learn? Чем же нужна моя помощь? Вы что, хотите автограф настоящего полицейского? Не совсем. У меня сестра пропала. Мы думаем, что ее похитили. Почему вы в полицию не пошли? Мы хотели сами найти похитителей. Ловить преступников. Работа полиции. Ну ладно. Ха, так может вы все-таки хотите автограф? Нам бы сестру Паши побыстрее найти. И когда вы говорите, она пропала? Где-то около часа назад. И вы отвлекли полицию от важных дел из-за такой глупости? Это не глупость, мою сестру похитили. А может она сама ушла и не хочет, чтобы ее кто-то нашел? Или вообще за хлебом вышла, а вы тут панику развели? Но сестру прямо из квартиры украли. А еще из квартиры что-то пропало? Нет, но... Ну тогда приходите писать заявление в полицию после 3 суток. Значит, я больше никогда не увижу свою сестру. Паш, не плачь, все будет хорошо. Хватит плакать, как девчонка. Вернется твоя сестра. А если не вернется? Ладно, ладно. Хватит реветь. Возьму у вас показания. Рассказывай, как выглядит твоя сестра. Ну, она такая красивая девочка. У нее длинные волосы, одежда яркая. И еще украшений много. Ну все, фоторобот я составил. Не переживай. Найдем мы твою сестру. Что-то я не доверяю этому полицейскому. Согласен. Он написал такие приметы, под которые половина города подходит. А такие фотороботы я в 3 года рисовал. Тогда продолжим поиски сами. When will you learn? Мы с Ростиком обошли весь район 2 раза, опросили всех людей, которых видели, но никто не видел мою сестру. Ну все, мы никогда не найдем мою сестру. Паша, не волнуйся, мы ее обязательно найдем. Паша, мы что-нибудь придумаем. Я даже уроки сам делать буду, только бы сестра вернулась и дома убираться буду. Чего это ты плачешь? Что, тоже из дома выгнали? Да ты не переживай, этот парк весь мой, и деревья все мои. Можешь любое выбрать и под ним переночевать. У меня сестра пропала. Это, конечно, плохо. Это ужасно! Ее похитили! А как выглядела твоя сестра? Может быть, я что-то видел подозрительное? Но у нее яркая одежда, длинные волосы и много украшений. Ну что, вспомнили? Да погоди, ты не видишь, я думаю. Ростик, может, перекусим, пока он думает? А то вдруг он до завтра будет думать. Согласен, Паш. 99 seconds. Detention for you. Это что у тебя? Сникер? Ями-ями. Мне тоже не помешает подкрепиться. Может, тогда-нибудь что-нибудь да и вспомню. Ну ладно. Чего не сделаешь ради сестры? Держите. А я теперь умру от голода, если сестра не найдется. Да не бойся ты. Я тут на рынке у собак 2 котлеты стырил. Правда, им уже 5 дней. И в них даже завелись какие-то червяки. Но ничего, больше мяса будет. Кстати, я каждый день бываю на рынке. И вот я сейчас вспомнил, что я видел там твою сестру. А как вы поняли, что это она? 99 секунд. Так, по твоему описанию, все сходится. Ростик, побежали скорее на рынок искать сестру, пока она никуда не ушла. Она думает, что живет на рынке. Еще и мою территорию отжала. Забирайте оттуда свою сестру, потому что все помойки в этом районе мои. Моя сестра не стала бы лазить по помойкам, ни за что. Паша, а вдруг у твоей сестры амнезия? Может, она потерялась и не может найти дорогу домой? Вы до сих пор тут? А ну убирайтесь отсюда! Забирайте свою сестру с моего района! Уже идем! Мы сказали спасибо бомжу, попрощались с ним и побежали в сторону рынка. Ростик, мы бегали все вокруг рынка, но сестру так и не нашли. Что нам теперь делать? Подожди, Паша, не будем паниковать. Welcome. Давай еще у людей поспрашиваем. Этот бомж нас обманул, а еще сникерс забрал. That's теперь мы останемся голодными. Паш, у тебя же было 2 сникерса. Точно! Хорошо, что ты вспомнил. Хоть какая-то радость за весь день. Спасибо, можно не открывать. Я сам открою. А, это опять вы? Ну что, нашли свою сестру? Ее нет на рынке, а вы точно ее видели? Да, точно, точно.
собиралась обед готовить. Да, я пришла домой, поставила пакеты, и мне внезапно позвонила подружка и сказала, что ее малыш закрыл ее на балконе, а сам, представь себе, остался один в комнате. А у меня есть ключи, она мне их оставляла, когда на море уезжала, чтобы я цветы поливала. И я, конечно, побежала быстрее, чтобы с ребенком ничего не случилось. А ты что, без обуви ушла? Нет, я просто уже успела разуться и надеть домашние тапки, а затем так растерялась, что забыла об этом. Но мы с Ростиком были на улице и даже не заметили, как ты выходила. Я просто очень быстро бежала. Как хорошо, что ты нашлась. Я так проголодался. Ой, бедненький мой, весь день голодный. Что тебе рассказать? Брат, тратил все деньги на ее поиски. Ну ладно, скажу позже. Как хорошо, что все так отлично закончилось. А это еще кого принесло? А вот и мой брат. Короче говоря, украли сестру. Подпишись, подпишись, и все будет зашибись. Михаил был найден. Сестра, ты чего? Я, конечно, ожидал бурной реакции, но не такой. Через пару минут я привел Ирину в себя. Стал рассказывать ей про татухи. Вот это значит скрепка, это глаз. Здесь написано рог, а это короны.